Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед вами телефон Samsung Galaxy M52. И сейчас я вам покажу, как на этом девайсе изменить дату и время. Для этого мы открываем приложение «Настройки», затем спускаемся вниз, открываем «Общие настройки», открываем «Дату и время», отключаем автоопределение времени, выбираем нужную нам дату, нажимаем на месяц, наш с годом, выбираем нужный день, нужный месяц, нужный год, нажимаем «Готово», затем нажимаем «Установить время», устанавливаем нужное время и нажимаем «Готово», а затем блокируем телефон, разблокируем и удивляемся тому, что дата и время успешно изменены и мы попали в прошлое. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, ведь за такую короткую и полезную информацию нужно платить. Лайками, конечно же, и комментами. До свидания, всего вам доброго.